большой привет зрителям нашего канала. Большой привет. Рисовый суп. Продолжаем отдыхать в Паттайе. Пришли на завтрак. Пораньше сегодня встали для того, чтобы поехать покупаться на островах. Короче, чистой водички. Сейчас покажу наш завтрак. Как всегда, омлет, салат. Самое главное, огромное количество фруктов. Юра как-то там изощряется, какой-то рисовый суп с утра ест. И мясо у него тут, сосиски. В общем, каждому свое. Ну, такая у нас тут атмосфера. Народу очень много. Так, приятного аппетита. Рядом товарищи кашляют, чихают. Воду в ресторане, конечно, очень много. Так, все перекусили. Давай через аппарат проходи. Через какой? Давай, ставь лоб. Лоб ставь. Все, иди. Пошли к нам поднимаемся, да? А, возьми полотенце тогда, два синих, а? Нам уже настолько лень ходить, что мы поехали куда-то. Но мы живем на третьем этаже. Слушай, индус прям руками накладывает все фрукты с тарелки. Из общей. Ну, не заморачивается по этому поводу. Значит, у него рука большая. Типа, руку используют как типа ковшом таким. Ну, да? Типа, да. Типа, они не привыкли пользоваться. Это интернет получается? Ну-ка, Google надо нажать. Не, нажми Google. Нет, тут, наверное, при... пульт. Пульт? Надо пульт, да. А здесь, видишь, тоже такая, как бы, как зона релакса. Мы здесь не были. Да, мы много где не были. Бокалы Велерой. Вон бокалы Велерой стоят. Смотри, где мы живем теперь найти? Юр, слышь, мы с тобой, как всегда, выйдем и не знаем, где живем. Придется сейчас обратно спускаться вниз. Ну, это мы вот... Ну, куда мы пришли, скажи? Здесь еще, смотри. Пиво, видать, вечером пьет. Ну, сейчас в лево пойдем. Звони по телефону. Кому? Спроси. На ресепшн спросить на ресепшн, сказать, извините, мы заблудились у вас на третьем этаже, да? Не можем найти номер. Это кто говорит? Слон. Дайте, говорит, шоколаду. А, тут у них конференц-зал, да, видишь? Да. Ну-ка, загляни, что там интересно. Ну, конференция идет. Ну, ладно, парень стоит. А, у них идет конференция, да. Угу. Курить на первом этаже. Ну и куда мы пришли? Самое интересное, где мы живем-то, Юр? Что-то начинаю волноваться уже. Обошли как? Да. Вот сюда, да? Это уже помещение служебное. Я уже начинаю волноваться. Не, ну легких путей не ищем. Зачем мы поднимались на этом эскалаторе? Экскалаторе, говорю. Пришли в ресторан. Ну что, пройдем в ресторан, давай лучше назад возвращаться. А то скажут, что мы это. Опять по второму заходу. Ага. Как затребует этот источник. Вот удивительно, что мы с тобой, да и с Леной тоже, мы постоянно забываем, где живем. Ну, ладно, Лена нет. Не буду на Лену поклёп наводить. Но мы с Юрой, смотрите. А вот, давай на лифте съедем. А это мы в ресторан съедем? Ну, хотя бы на первый этаж приедем, в лобби, поехали. Оттуда поднимемся. Какой, если нам сейчас... О, поехали. Покатаемся. Сейчас парень обалдеет. Если мы к нему опять приедем. Вот, поехали в лобби. Короче, мы приехали сразу в тренажерный зал. Лучше бы пошли бы в тренажерный зал, а не поехали неизвестно куда. Юра не хочет на острова ехать. О, давай два полотенца сразу возьмем с собой на море. Видишь, как мы полезно здесь спустились. Иначе мы про них бы забыли. Все, два полотенца взяли. Так, а зачем мне надо наверх тогда подниматься? Я тут схожу. Ты тут пойдешь? Да.
а я поднимусь. И все. И, короче, спускаемся к бассейну, ждем всех. У нас, как всегда, все немножко запаздывает. И дуло было. Вот самая ответственная наша компания — это Руслан и Юля. Самый ответственный. Молодец, Руслан. Очень организованно сегодня все собрались. Даже неожиданно. Все, в общем, катер берем и на Калан поехали. Все, поехали. Okay, non-beat, long way, that's right, good, only Europe, 3500 baht, on, go and back. Сколько? Это дальний, 3500. Да, это дальний какой-то. Обезьянник, как в прошлый раз ездили. Go and come. А где эти? Monkey, monkey. Monkey, yeah, monkey, monkey beach, monkey beach. Monkey beach? Yeah. Yeah, это monkey. Вот это вот? А что, на обезьяне не хотите? Не знаю, вдруг там кончено. А какой beach the beach? А какой beach the best? Какой-то на А, это девка вчера говорила. А вот этот name А. Monkey Beach. Нет, не Monkey, а как-то. Эй. Monkey Beach, Balsia. Дай посмотрю. Ну, там все будет. Там сколько он сказал? Три? Три пятьсот. Давай три. Три тысячи. Три саузен. Три тысячи пятьсот. Нет, три саузен. Там пойдем, он. Они сейчас это. Юля, посмотри. Юля, где, держись. Значит, здесь 3500 за катер захотели. Ну что, да, за 3 договаривались. Они все на одно лицо. Не, вот здесь вот зонтик стоял, вы же помните. Это как строительная компания. Здесь же офис стоял по продажам. Это судьба, ты сказала вчера. Значит, не едем, если его нет. Нет, нет. Он здесь стоял. Зонт, и он был. Все, согласен, за 3. Ну ладно, поем за 3000. Смотри, а вот вайп. Чайниз. А там китайцы. И 20 минут. Оксан, скажи, что не до 5, а до 3 как раз скидку сделать. Мы же до 5 там все равно не будем зависать. А. Тут уже 9. 9. 3. А, один. 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 I ask for you. Поехали, говорит. Поехали по-русски, да? Speak Russian уже. Какая твоя? Вот это? А есть эти жилеты? Жилет. А, вот желтый есть. 20 минут, да? Yeah. А то, чтоб no long. Торговались как львы. А вот мумен. Харднон капимо. Good morning. Все? Деньги просятся сразу. Ребята никак не усядутся. Возмущается, что деньги сейчас отдашь, а выезжать неизвестно как. Я буду после лежать и на лежаке думать, не снимется он или нет. Юра! Серьезно. О, хочу видеть, какой молодец. И мне скинешь, да? Я тебе потом могу дать, прям можешь понырять с ним. Отлично. Под водой. Такой классный чехол у тебя. 100 рублей стоит на Алиэкспресс. Я с ним в Турции нырял. Вообще воду не пускает. Отлично. Нет, сейчас через 2 часа скажут, ребят, собирайтесь и все, поехали. Именно отдали. Ну. Теперь Юра спокойно не будет отдыхать. Вы да. Что, испол... А можно вот сюда? О. Капитан. Капитан, вот, видишь. Окей. Обменяй. Все. Да я сейчас сяду, я видел с тобой. Все, поехали. Обезьяны, туда мы приехали. Вот сюда мы подъехали.
красота! Здесь мы будем с мамой сегодня отдыхать. Окей! Конечно! Два. А сколько стоит? Вы тоже в тени или тут? Мы тут. А вы где? Мы тоже на... Так, а здесь тоже ж тень. Тут тоже тень будет. Пока. Не, здесь удобнее. Давай здесь. А how much эти лежаки? 100 бат один? 100 бат один? 100 бат. 100 бат. Давай. Что? Смотрите, птицы поют. Ну какая, ну до чего ж красота. Конечно, сюда, ну сюда многие там на паромах приезжают. Ну нас-то 6 человек, вот поэтому получается по 1100 бат семьи. Ну по-русски 2500 туда-назад на целый день здесь тебя будут ждать. Мы здесь были, вон там обезьяны в горе живут. Мы потом с вами пойдем их посмотрим. Вообще, конечно, обстановка по кайфу. Не, ну лодки, конечно, смущают, но все равно здесь вода-то чистая. Это ж не Паттайя, смотрите, какая. Она идеальная. Вода вот здесь вообще как парное молоко, просто. И вот так вот все это выглядит. Потом с вами пойдем обезьянок посмотрим. Мы хотели развести, как только мы сели в транспортное средство, он достал телефон, да, разбитый? Да, Руслан сел на сиденье рядом с ним, рядом с водителем, и посидел и перешел вместе к нам. После этого водитель, да, будем сказать, этого судна остановил свой катер и сказал, что достает телефон. Вдребезги разбитый. Разбитый. Сказал, что вот мне разбили телефон, и, мол, это на полпути практически. Он уже начал заворачивать свою посудину, чтобы это, ну... Видит реакции ноль. Реакция нулевая никакая. Потом там, он, это, да. Ну, защитная пленка, короче, снял. Он, да, в общем, он да, посидел, и, в общем, не получилось. Но это, походу, подстава была, правильно, Залин? Да, да. И он хотел назад вернуться, да? Ну, он не а хотел. А почему он? Не хотел он. Не это он хотел, если у нас одиночку, он... еще больше. В принципе, ему это почти удалось, потому что Руслан... Да, конечно, почти. Когда ты с нами в лодке, Руслан, это никому да. не удастся раскрутить на денежки. Не, ну мы все одинаковые, господи. Конечно. Ну, не, ну это... Так, ладно, все. У нас повезли на пляж, смотрите, он почти пустой, потому что сейчас индусов, китайцев, вот куда... Ну, вчера наши знакомые, с кем мы познакомились, они ездили на пляж, нам говорят, одни индусы, вообще одни индусы. Смотрите, какая красота, мы будем здесь сейчас одни, почти. Вот, я поэтому говорю, что люди, понятно, людей ты не обманешь. И вот посмотрите, пусто, никого нету. Да. Это говорит о чем? Это говорит о том, что мы приехали на индивидуальном трансфере. Вчера люди отдыхали, яблоку упасть негде было. Индусы, одни индусы были в море, кричали, прок себя вели. Вот у Руслана окна выходят на Нью-Винг, они говорят, ночью дрались там индусы, крики были. Здесь? Да, вон Руслан же рассказывал сегодня. На Пелисе, да? Индусы где? На Калане. Да не на Калане, в Нью-Винге. Ты проснулся и на Калане находишься. Оксана меня в прошлый раз на Калане искала. Пропала куда-то. Да-да-да. В общем, вода, друзья, как парное молоко. Вообще выходить не хочется просто. Не обращайте внимания, что здесь катера. Ну, такое место. Зато, смотрите, нет китайцев, нет индусов. Это классно, конечно. Ну, потрясающая водичка. Ну, ежей много, смотрите. Нет, это камень. Но нужно быть аккуратным. Там вот сейчас Руслан снимет видео ежей. Огромное количество. Подожди. Вот Юра все равно не очень, да, любит острова? Чем я не люблю. Я просто не люблю вот этот какой-то сервис. Ему не нравится лежать за 100 бат, ему нравится лежать около бассейна и ходить по тайному морю. Мне нравится
все бесплатно. Ему нравится все бесплатно. И чтобы сервис был на высшем уровне, бесплатно. А когда я плачу, непонятно за что мне. Когда за здесь... воду, смотри, какая вода. Ну, за воду, а грязь кругом, это ужасно. Не, а ты где ты в грязи-то ходишь? Пойдем где сейчас... Не, не слушайте его, у нас Юра как минус и плюс, вы же знаете. Сейчас пойдем с вами остров посмотрим, обезьянок посмотрим. Лежак весь какой-то порванный лежак. Лежак ему не нравится. Все отлично, ребята. Кто будет, отдыхайте на Калане, с удовольствием. Не езжайте на Калан, ребята, будете... В Паттайе не езжайте на Калан. Сумасшедший. Вас обманут, вас... Не слушай его вообще. А что ты? Я же тебе сказал, как с этим телефоном. Все кайфуют здесь. Ну, непонятно. Все кайфуют, кроме тебя. Не знаю. Или ты тоже кайфуешь? Ты главное, ты себе внушил, и ты кайфуешь. Ну, что тут, я не понимаю. Не, все отлично. Мне очень нравится. Ну что, теперь поехали, посмотрим остров. С нами, кстати, рядом лежат туристы из Норвегии. Пойдем посмотрим, что тут интересного. Сейчас пекло начинается. Красота, ребята, вокруг. В общем, мы решили посмотреть остров, вам показать. Мы его... Ой, видели, споткнулась я об камень какой-то. Здесь, видите, фотосессия. Ну, покажем все как есть, чтобы... Ну, чтобы вы имели представление. Вот Юре не нравится, допустим, грязь. Да, но и в Паттайе есть грязь. Вот такие лежаки, да, по 100 бат. Пожалуйста, качельки висят. Здесь продается пиво холодное, там они тебе приносят. Купальники, если у кого там порвал. Столик, по-моему, платный, я уже не помню. Собачки тут есть. Кафе здесь есть также. О, чехол можно купить, кстати. Вот, чехлы стоят. Они висят здесь тоже. Ну, интересно, сколько они стоят? How much они стоят? Так, ладно, хотела спросить не у кого. Маски тут. Сейчас подойдут, потом спросим. Вот как у Руслана чехол можно купить. Да мы в Паттайе купим, там подешевле будет. А сколько стоит? How much? 100 бат. 100 бат. 100 бат один. Ага. Ага, сейчас подниму. 100 бат. Мы купим на рынке. У Руслана есть чехол, шортики. А вот здесь можно взять байки, покататься по острову. Ведь Манкин Бич называется. Сейчас пойдем, посмотрим, сколько стоит. Все атрибуты пляжные. О, мне нравится, здесь птички поют. Красота. Во. Ага. Слушайте, тут. Только сколько стоит, я не вижу. Вот. Рента, мы сейчас спросим. Сколько стоит? Байки? How much? 300, да? 1 час 300 бат. 1 час 300 бат. Ага. 1 час 300 бат. Юр, тебе очень идет. Пошли, свою забыл дома. Ты прямо такой джентльмен удачи, да? Леди бой. Нет, та самая лучшая. Мне даже самые неравнодушные зрители написали, что Юра просто огонь в той панамке. Пошли. А белая панама, пошли. А вы не пойдете? Нет? Не пойдете к манке. Еле вытащила смотреть обезьян его. Дай босиком пойду. О, сейчас надо сполоснуть, кстати, тапки. И там одену, на остров. Ну, в смысле, возле мана. О, кайфушечки, а. Как хорошо, уже солнце. В 4 часа мы договорились.
Вон наша яхта. Где она? Подожди, вон она. 0,60. Сабина. Вот. Люди, видите, уже приезжают. Ой, на камень наступила. Босичком. Как хорошо. Не хочешь босиком пройтись? Босичком. Ну, хочу обратить внимание, уже начал заговариваться, что ни одного тайца, ни одного. Все вот... А что тут тайцам делать? Объясни. Как что делать? Они же тайцы тоже отдыхают в Паттайе. Как ты думаешь? Тоже отдыхают. Ну нет, они... Один тайц... Сюда не приехал, да? Это говорит о чем? Что это чисто разводка для лохов. Чисто разводка. По-разному, думаю. Нет, вспомни, сколько нас возили на фабрики разные, там латексные фабрики, фабрики золота. Там же только одни есть туристы, которых привозят... Как туристов называют, знаешь? Лохи. А есть, интересно, обезьяны все там же, они в ущелье жили? Потому что у меня страх. Юр... А мы туда аж как-то поднимались, на самый верх. А, мы, кажется, здесь поднимались. А, пошли. Точно не по камням, да? Нет, кажется, нет. Подожди, как же ноги-то? Ну, пошли попробуем. Не, а как мы там не пройдем? Вот. Вон, я слышу их звуки. Кстати, слышу их голоса. Слышишь, я слышу голоса обезьян. Что со мной не так? Юра, а может ты и прав, туда нам лезть, да? Сквозь траву. В поисках обезьян на острове. Я помню, там телефон я уронила, как раз таки айфон. Главное не поцарапаться. Сейчас посмотрим, дойдем. Да, высоко. Не, веревка вот здесь, вот а если она оборвется. Давай, ну сейчас. Как она оборвется? Сейчас попробую чуть-чуть. Короче, к диким обезьянам мы не полезли, потому что видели, там такой спуск, можно навернуться. И, короче, разбиться. Поэтому решили не рисковать. Так, туалеты здесь. Пойдем посмотрим напиточки. Залог нужно 1000 бат отдать. За байк. Час. 300 бат, полчаса, 200 бат. О, халяу, сейчас посмотрим. Это она обезьяна. Смотрите. Смотрите, какая хорошенькая. Тималыш сидит, и бананы ему уже не идут. Ты хороший какой, длиннохвостый. Сидит такой, никому не мешает. Да? Еще где-то здесь маленькие бегают. Где-то, может, и бегают. Решила фотосессию провести. Сейчас. Так смотрит. Нет, смотри, сейчас поймай момент, как нет. А ты его позови. Во. Он такой уставший. Такой классный. Ну да, я видела, он ее прогоняет. Вон, бутылка стоит. Она не хочет уходить. Банки большой, да? Большой банки, да. Хорошенький. Смотрит так на всех. Ремень хочешь, Юх, крокодил, да? Крокодайл? Да. Смотри, настоящий крокодил. How much? Не-не, не надо. Все сейчас остановится здесь. Не-не, скажи так. Крокодиловый этот? Да. Сколько? Бата. 1800 бат? Да. Дешево. Ого. Как дешево. Сейчас подожгут. Крокодил. Не-не, оно видно, что натуральное. Испания, спина. Ага. Спина. Спина крокодила, да. Нет, спасибо, у нас таких денег нет с собой. Не, спасибо. Писька, сколько? Не-не, спасибо. Это Юрика. Нашла его. Сидит, бедолага. Подрабатывает на острове, зарабатывает на пиво. Есть собака с ним. Собачка с ним отдыхает. Виталий, нет. Руслан. Что поставил мне? Ты вас оставил?
Короче, все, на байке мы так и не прокатились, потому что ни у кого нет с собой прав. И Руслану позвонил друг, его здесь отдыхает, что можно кататься сколько угодно без прав, но если попадется полиция, то будут неприятности. То есть тут, пожалуйста, они тебе дают под залог. Ну, Руслан говорит, давайте не будем рисковать. Ну, и, в принципе, эти полчаса, час, они не стоят того риска, чтобы мы там, ну, короче, чтобы рисковали, чтобы остаться там со штрафом уехать. Ну, зачем это нужно? Портить себе, как говорится, отдых. Песок становится таким горячим, что уже нужно идти по нему в обуви. А там он грубо с натой поднимается все-таки наверх. Посмотрим, к ним подойдем поближе, все смотрят обезьянок. Ну, мы уже одну с вами такую большую, такую знатную увидели. Ну, мало. Я же говорю, что мы любим все каких-то зрелищ, поэтому хочется пойти посмотреть на обезьян. Кстати, вода просто. Я там говорю, вот это вода. И Юра говорит, что ему не нравится на островах. Ну, он просто не любит находиться много в воде, в отличие от меня. А я бы, если честно, через день бы ездила на эти острова. Это такая прелесть. На пароме, конечно, долго. На пароме, на тук-туке. А мы 20 минут. У нас большая компания. Да, 1120 человек. Что такое 1100 бат? Умножить на 2,3. 2,300, да, я уже повторюсь. На целый день. Поэтому просто красота. Пойдемте посмотрим, что там они все смотрят. Обезьянки вообще спустились сюда на дерево, и поэтому за ними не нужно было так высоко вон туда лезть, как мы раньше лазили. Они же такие все сами спускаются, народ их фотографирует. О, вон 4 еще. Вон еще пятый лезет, вон пятый, смотрите. Держи, нахуй. Мы это целую стаю покормили, да? Сидим на месте. А тут берем воду, где-то в бутылке бегает. Ты что кричишь-то, я вижу. Давай мы выльем, а тогда налим воды. Скажи, он такой никогда не пробовал. Я помню, что легкий путь был. Вот там они, обезьянки, в ущелье сидят. И видите, стали спускаться сюда, по деревьям. Не все же к ним могут подняться, они спускаются. Мы раньше поднимались. А мы не из той стены. Сейчас, покушай сейчас. Ади, супер, стоп, трайся. На-на-на-на. Говорит, убери все. Спустись ниже, не подойду. Давай, ниже. Отдай, говорит. Нет, он не держится, если говорит. Ну-ка, сейчас выйдет. Да, он оттуда вот так. Ай, ё-моё. Все. Ой, глупая обезьяка. Да, все, кинула. Еще сегодня. Слушай, что мы? Хотел что-то съесть. Ну что, обезьянок посмотрели. Красивые такие. Попили, они поели. Ну что, дорогие, как вам понравились обезьянки? Такие хорошенькие. Вот там они живут, все.
А теперь можно идти и купаться в такой чистой-чистой воде. Были бы Дубай, такого горячего песка не было. А здесь, по-моему, ходить одно удовольствие по острову. А время летит. Юля с Зариной прилегли. Я говорю, когда тут спать? Тут нужно все успеть. Успеть все на свете. Они издеваются, говорит. Юра шляпу одел. И он хочет сгореть. Почему ты, говорит, за мной не следишь? Как вы считаете, кто должен следить, чтобы не сгорел? Женщины за мужчинами? Но они же не ляльки. Вот. Дойдет ли до конфликта? До драки. Какие мужчины, дойдет... как Юрочка, надо следить с утра до вечера. Ух дойдет, ты, ё-моё. Дойдет ли до конфликта, вы узнаете в следующей серии. Понятно. Завтра. Ясно. Мужчина сейчас где? Он с ежом-то шел. Куда он с ежом ушел? Короче, мужчина поймал ежа. И нес его. Малыши наши спят. Здесь кто как? Я говорю, малыши наши спят. Кого? Ну вы же сказали сфотографировать любящую пару. И продай. Вот они все вот наблюдают. Ну здесь многие европейцы приезжают и стаечками отдыхают. Нам есть, знаете, поболтать за всеми, посмотреть всех, повеселиться. Мы постоянно еще. Кстати. Или подписывайтесь. Да. Да. Ты маленькая хочет, она даже креветку съела. Такая хорошенькая. Блин, креветки ест, офигеть. Да. Мне кажется, ей плохо будет от креветок, Юр. Нет, у нее песок, она... Ей не надо песок-то есть. Песок, она нельзя. Вот, мясо можно. У нее щеночки там, видел, маленькие два таких, хорошеньких, на нее похожи. Собаки везде, видите, попрошайничают. О, у каждого столика собаки сидят. Короче, свободно говорит по-немецки с немцем, видите? Да. Вот, видите как, а вы говорите, Юра, да способный чел. Все знает немецкий в совершенстве. Да. Друзья, поговорили мы с немцами, вот с этими таечками, они поедут в Пхукет. И я спросила, очень ли дорого это стоит. Они сказали, что не очень дорого. Ну сколько, я уже постеснялась спрашивать. В общем, мы покидаем. Чисто любопытство женское. И мужское, кстати, тоже. Все, мы покидаем этот остров. Получили массу удовольствия. Накупались. Надеюсь, вечером не придется мазаться какими-нибудь йогуртами. Вот наша Сабиночка. И все, мы поехали. С этого райского места. Впереди у нас много интересного. И поесть, и помассажироваться. В общем, все, время бежит. Просто. Что? Наш товарищ. Все, поехали. Ну что, время 4 часа, отъезжаем. В общем, отлично, ребята, просто. Что не надо ни на каких паромах ехать. Нет, мы раньше ездили, всякое бывает. Ну, сейчас есть возможность, поэтому мы, после того, как наша большая компания стала ездить, мы стали самостоятельно ездить. А вон паром, по-моему, идет, или что это такое? Вот впереди. Погода, кайф. Мне кепку унесло, когда туда ехать, надо снести, снять ее. Вода шикарная. Это наш кораблик. Такая у нас картинка вокруг. Ой. Короче, друзья, удачи, всего у нас высадил. Смотрите, как мы идем мокрый по воде. Он говорит, дальше, говорит, машина приехать. Ну, в смысле, катер приплыть не может. Капец. Ну, все равно. Я еще шорты одела.
Думаю, что мне ехать это в сухих шортах, вся мокрая. Ну ничего. Зато настроение хорошее. Рано, друзья, вот на этой позитивной ноте заканчиваю с вами видео. Смотрите, какая красота. Солнце скоро будет садиться. Невероятно, да? Погода. Вода 27 градусов. Я просто здесь кайфую. Смотрите, вода уходит. Все, смотрите. Только недавно мы здесь купались. После обеда всегда вода уходит. После обеда здесь купаться нереально. Вот она, смотрите, все. Ушла. Все. Всем пока. Всех люблю, целую. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока, мои дорогие.